Диктант Победы. Более 600 жителей Чувашии сегодня сели за парты, чтобы ответить на вопросы, связанные с героическими страницами истории нашей страны. В числе организаторов – Российское военное, Историческое общество и другие общественные фонды и организации. Проверить знания о легендарном прошлом отчизны пришли представители органов власти, студенты, ветераны. Наши журналисты побывали на одной из площадок акции в ЧГУ имени Ульянова. Диктант Победы – это тест из 20 заданий. На выполнение всего 45 минут. Но многие участники справились с вопросами намного быстрее. Ветеран войны Евгений Беляев тоже принял участие в акции. Правильные ответы нашел быстро. Да, по-моему, ничего сложного не было. Это для средней школы, наверное, где-то около этого, для 9-11-12. Участникам пришлось вспомнить не только даты самых важных боевых сражений, но и фильмы, литературные произведения на военную тему. Моменты для меня были совершенно они понятны, ясны, абсолютно. Нет там никаких сложностей. Это хрестоматийный материал, который просто-напросто обязан знать каждый гражданин нашей России. Сегодня то, что происходит в университете, это совершенно потрясающее явление. Вот такие моменты, они как раз объединяют народ. Они дают нам силу и дух, что Россию нужно защищать. Спасибо. И это будем мы делать. Итоги можно будет увидеть на сайте диктантпобеды.рф 12 июня. Победители акции определят на местном, региональном и федеральном уровнях.